Город Караганда, я уже на стороне 18-го микрорайона. Там вот ГТС, здание бывшее, конечно. Сейчас, скорее всего, давно уже утратило. 18-й микрорайон, дом 17/1. Как-то я проходил здесь, ну, скорее всего, 4,5 года назад зиму. Солнышко, я тебя люблю, Дима. И этот двор я снимал. Воет сирена. Наверное, скорая едет. Так, точно, проехала скорая. Вот. О, там тоже достаточно. Вот так вот я никогда не ходил. Пройду-ка я именно так. Потому что когда так не ходил. Здесь что-то, территория чего-то. Там вот тропа. Так, что-то. А, Лужниковская улица, наверное. Бабушкина. Дом 2 написано. Это уже не 18-й микрорайон, это уже бабушкина. Даже не знал, что это на бабушкина ушло. Грибочек, а еще советский. Баскетбольная вот эта штука тоже. Стол тоже советский. Ну вот дом. Обшарпанный он ведь имеет сейчас. С 18-го на бабушкино это называется. Да, пройду так и на этом завершу. Трава пахнет, конечно. Замечательно пахнет. Этот дом, оказывается, относится к бабушкину. Ну вот, не на улицу бабушкина и вышли. Какие-то штуки. Украсили палки. Или ветки. Что-то похоже на детский сад. Возможно, частный детский сад. А вот магазин через дорогу. Пройдемте вот так. Ну, не ходил я так вот, поэтому мне самому даже интересно. Кто-то тут вынес двери, там деревяшки всякие, какие-то деревья выросли. Я их, конечно, видел, когда шел с той стороны, но вот именно вот так я не ходил, а тем более вот, вот так вот не снимал, да. Мотороллер вот стоит. 19-й. Ну, на этом я завершаю.